На берегу Нижнешайтанского пруда первоуральцы любили отдыхать всегда. Но отдых этот был небезопасный, что называется, дикий. Летом после шумных кампаний на берегу оставались чернеющие глазницы кострищ да осколки битых бутылок. А зимой вдоль берега свистел пронизывающий ветер да наметало сугробы. С 2017 года областные и городские власти реализуют проект по благоустройству набережной. Окончательно реконструкция завершится в 2024 году. Но уже сейчас набережная стала любимым местом отдыха горожан. У первоуральцев появился продолжительный пешеходный маршрут по берегу пруда. Для взрослых есть спортивные снаряды для воркаута. Юное поколение веселится на детских площадках. Ребята катаются на велосипедах и самокатах вдоль набережной. Нам здесь очень нравится, очень нравится. И главное, скамеечки везде стоят. Эти скамеечки с нашими ногами, только на них сидеть. Прошли, сели. И красиво стало. Ну, чего скажешь, хорошо стало. Вообще нам здесь нравится. Здесь очень красиво. Все для детей. Свежий воздух, зелень. Вот нам нравятся птички, собачки, дети.